За несколько дней до выборов часть сотрудников туберкулезного отделения больницы в селе Чернавское Китовского района отказались от своих избирательных прав. Они направили в избирком коллективное заявление. Свою позицию медики аргументировали тем, что неоднократно обращались к власти с просьбой не закрывать отделение и не лишать их работы. Однако здание этого структурного подразделения противотуберкулезного диспансера ветхое и нуждается в ремонте. Директор регионального департамента здравоохранения подчеркнула, сотрудников не сокращают, а переводят на тех же условиях в туберкулезный диспансер. Они не потеряют зарплаты и после ремонта больницы смогут вернуться на прежнее место. Для нас очень важно в условиях нашего кадрового дефицита, чтобы сохранить наших медицинских работников, обеспечить всем трудоустройство, и в том числе туберкулез – это сегодня социально значимое заболевание. Мы понимаем, что даже те пациенты, которые пребывают в наших медицинских учреждениях, они должны получать качественную медицинскую помощь, и условия их пребывания должны соответствовать сегодня тем нормативам, которые предъявляются.